А сейчас ответ на самый популярный вопрос за последний месяц. Как оттереть шариковую ручку с одежды? Сейчас покажу. Берем обычную шариковую ручку, вот видите, простой стержень, и что-нибудь напишем на футболке. Ну, вот так, например. Теперь берем ватный диск, смачиваем его специальным средством и начинаем тереть. Тереть недолго, буквально несколько секунд, и ваше пятно исчезнет. Потом его нужно будет просушить, но мы просто промокнем салфеткой для ускорения. И вот такой результат получается. А средство называется димексид.